Спасать жизни для Юрия Татаринцева – это рабочие будни. С недавнего времени он трудится врачом-реаниматологом в больнице имени Пирогова. Каждый день оказывает помощь в среднем 6 пациентам. В этой же больнице Юрий проходил практику, когда учился в Самарском медицинском университете. Потом устроился по целевому направлению. Самое сложное – это то, что мы работаем в реанимации, у нас крайне тяжелые пациенты. Это действительно сложно и это действительно интересно, потому что ты должен быстро и четко принимать довольно-таки ответственное решение, чтобы спасти жизнь человеку. Олег Вахромов учится на втором курсе ординатуры Самарского медицинского университета, но уже сейчас знает, где будет работать в будущем. В больнице Пирогова он пока проходит практику, но после окончания учебного учреждения будет трудиться здесь анестезиологом-реаниматологом. Для студентов, которые трудоустраиваются по целевой программе, предусмотрены меры поддержки. Например, оплата проезда к месту работы из любых районов Самарской области, компенсация за аренду жилья. В больнице имени Пирогова в этом году по целевому направлению трудоустроили 27 молодых специалистов с высшим медицинским образованием. Я когда сюда шел в ординатуру, у меня был заключен целевой договор с организацией. Я уже заранее знал, что я через 2 года ординатуры буду работать здесь. То есть это гарантия трудоустройства. Также меры материальной поддержки имеются, то есть тут и стипендия повышенная. Новые специалисты будут работать в сферах анестезиологии, кардиологии, неврологии, рентгенологии, терапии, травматологии, ортопедии, хирургии, реаниматологии. Целевое обучение кадров – это всегда удобно. Вы общаетесь с ними, вы видите их уровень подготовки, который им дали в институте. Вы видите их целеустремленность, оцениваете их знания и возможности. Привлечение кадров в медучреждение и поддержка развития медицины полностью соответствует стратегии лидерства региона и национальному проекту здравоохранения, инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Светлана Кудрявцева, Елена Малютина, Василий Колдашов. События.